Эстафета стартовала 3 февраля в Новороссийске. Лампаду с горящей свечой, как символ вечной памяти о героических предках, передают от одного района в другой. Анапа эстафету памяти примет 18 мая. Торжественное мероприятие пройдет в сквере боевой славы у мемориала «Вечный огонь» в 11 часов. Приглашаются все желающие. Участники акции почтут память героев, воевавших в годы Великой Отечественной войны. А 21 мая Анапа передаст эстафету памяти Абинскому району.